работник, отступление в ваш профсоюз. В первую очередь это юридическую защиту, помимо всего тоже административную защиту. Также у нас есть возможность через депутатов готовить административные обращения непосредственно в трудовую инспекцию, ну и в различные административные муниципальные организации. Что требуется от работников, желающих вступить в профсоюз? Требуется либо заполнить на сайте заявление, либо связаться по телефону. Как насчет профсоюзных взносов? На текущий момент их нету, но в зависимости от развития ситуации они могут появиться в будущем, но сейчас их нету. Можно ли перейти всем коллективам в ваш профсоюз? Перейти всем коллективам можно, при этом не обязательно выходить из официального профсоюза, и перейти в наш профсоюз можно, ну, никого не уведомить, потому что официальные профсоюзы могут и начальство возмутиться, но при этом вам, вы должны понимать, что должна быть реальная защита. А реальную защиту может представить только реально независимый профсоюз. В ситуации, когда руководство предприятия против создания каких-либо профсоюзов, в принципе, ваш профсоюз может играть роль тайного профсоюза, чтобы не светиться перед руководством? Да, на данном этапе мы именно эту задачу и ставим, потому что у нас есть много ребят, которые вступили, и чья задача аккуратно со своими сотрудниками, коллегами общаться и предлагать им присоединяться. То есть как бы не особо светить, что они состоят в профсоюзе, защитить их от воздействия дирекции, ну и официальных профсоюзов. Может ли уже уволенный работник, который на данный момент является безработным, но хочет восстановиться на своем старом месте, прийти в ваш профсоюз? По мере возможности, конечно, мы постараемся ему помочь восстановиться, но в каждой конкретной ситуации нужно понимать именно причину, ну и возможность. Прийти он может.